Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Улицы Санта-Моники в этот день субботний, но почти безлюдные. Вот возле магазина даже и то очень мало людей. Ну так, друзья, прошлись немного по улицам, пешочком и подошли вот к интересному магазинчику. Этот магазин интересен тем, что в нем продаются экологически чистые продукты питания. И еще очень интересен тем, что продаются эти продукты питания очень-очень интересным способом. Сейчас мы увидим, каким. Ну, вроде бы как обычно, продукты здесь немного дешевле, чем в других магазинах. Почему? Потому что они не упакованы. Вот посмотрите, есть такая система, просто вот в таких банках находятся продукты, и когда тебе надо взять, вот так вот берешь мешочек, подставляешь вниз, набираешь столько, сколько тебе нужно, и взвешиваешь вот на таких весах именно ту дозу, которая тебе необходима, и идешь на кассу. И все это чистые, экологически чистые продукты питания для здорового образа жизни. Очень много сортов. Вот посмотрите, сколько сортов кофе. Но я не знаю, может быть, даже знаток и тот запутался в этом количестве. Самое интересное, сейчас покажу вам, это то, что вот здесь есть такой аппарат. Выбираешь баночку себе, и этот аппарат тебе делает орешковую пасту. Вот ту, которую мы покупаем, да не только мы. Любители такой пасты покупают в других магазинах, уже упакованную. Ну вот она, кстати, есть и здесь упакованная. Вот это Санта-Крус, о которой я когда-то вам рассказывал. Сейчас попробую. Поехала. Так все просто. Накрываю эту баночку. Так. Закручиваю. И экологически чистый продукт у меня в руках. Это Топенга Бич, друзья. Произошел отлив. И посмотрите, как обнажился берег. Еще недавно вода была вот здесь, вот где влажный песок. Сегодня уже весь берег в камнях. Пройдем, посмотрим и мы, что здесь можно найти. Непуганные чайки абсолютно. Ну, не
хотят. Не хотят слетать и все. Вот что, оказывается, ищет народ на этом берегу. А я вот не искал и нашел. Просто прямо вот возле песка, возле берега. Такая огромная, живая, красивая ракушка. Или как ее назвать, я даже не знаю. Моллюск такой огромный. Здесь маленький такой. И вот еще скрытый под морской травой еще один огромный моллюск. Ну что, это будет моя добыча сегодняшней моей прогулки. Красота. Ну что, друзья, попытаемся спасти три океанских жизни. Подальше я отнесу от берега их и каким-то образом подальше в воду опущу, чтобы самые ярые искальщики не смогли их найти. А то не повезет им. Так, ну что, дорогие, давайте как-нибудь вот так вот. Раз. И перевернуть надо еще. Перевернуть вот так вот под камни. Закамуфлировать. Вот, да. О! Все. Промок, ты сам промок. И баночку хорошего пива при хорошей погоде на пляже, глядя на океан.